Люди на Лондон. Вот они. Сейчас мы пойдем. Сначала пропускают же инвалидов, потом дизабилити, то есть эти, ну да, инвалидов, дизабилити, с детьми, с маленькими, у кого с этими, с колясками. Потом специальные группы, если они таковые есть, бизнес-класс, а потом пошли уже по группам 1, 2, 3, большой самолет, уже прошли здесь кучу народу, человек 150 уже прошло. Здесь была толпа. Вот. Сейчас. А, я же не сказала, куда мы летим, да? В Лондон мы летим. Около Лондона аэропорт, оттуда на в порт, морской порт. Туда на круизный корабль. Круизный корабль плывет из Лондона в Германию, в Бельгию, Франция, Испания. И назад или до этого, не знаю точно, в этот Амстердам, Голландия. Вот. Не поговоришь. Дяди и тети сидят напротив. Заряжаю батарею, заряжаю телефон. Так, это Нью-Йорк же, да? Это Америка еще. Нью-Йорк. Вот эти люди одеты нормально. В трип, которые едут. Раздетых нету. Но, правда, здесь температура пониже. Но все равно. Но здесь, правда, и народ такой. Не этот. Не такой, не чудненький. Нормальный. Вот такие дела, так. Yeah, maybe listen, maybe another. Hello. Так. Это бизнес-класс. Давайте. Здесь наливают побольше, до самых краев. А нам тоже будут наливать. Очень редко. Мы пьем в дороге. Очень редко. Прошли те времена и годы, девочки. Отделение для всех смертных. Бизнес-ланчах не обязательно люди богатые. Значит, толстые впереди сидели, очень-очень жирные. Они не могут сидеть в рядок с остальными людьми. Вот. И покупают билет. Я. Застряли. Я. Ой. Ну, народу, я думала, немного будет. Yes. Are you sure this is? Oh, okay. Да, у нас здесь вот LK. Я думала, это в центре. Нет, не в центре. Я ожидала в центре 3 места, а здесь 2 места. We're sitting with the toilet. Yes, I feel because very nice. О, здесь 3 места здесь, да, сзади, все, поняла. Сейчас он говорит, около окна хочешь.
ходьбы. Ханька мух. Just one second. Уселись, боже мой, вечер, 7 часов вечера в этом, в Нью-Йорке. Нью-Йорк недалеко от Нью-Йорка, но другой штат. Вот. А плюс 5 часов в Лондоне. И лететь, Хазман говорит, 6 часов, что-то мне не верится, должно быть больше. Кера сидит, выдали подушки, этот самый бланкет. Доброе утро, 8 часов утра местного времени, Лондон, Хитроу, аэропорт. Я в прошлый раз были в Хитроу, в этот раз. В прошлый раз я летела на Москву через Лондон. Давно было, лет 7 назад. И далее хотела показать, как садимся, как оно трясет. А не дают включать телефон, ну не советуют. Объявляются. Смотрю, никто не снимает. Бильбао, Испания. Вот. Вот так. Вот так. Ну, и один от мисс Амстердам. Такой будет трип. Так, мы встали уже. О, как хорошо. Все. Прилетели. Хитроу, Лондон. Ну, здесь так, это скромненький. Я помню, аэропорт старый, скромненький. Ой, а метро у них какое в Лондоне, это вообще... Но оно, по-моему, самое первое, это в Лондоне было построено. Очень старое. Потолок низкий, на голове лежит. Еще выкрашено что-то плохо. Помню, было какое-то как... А вот, аэропорт такой скромненький, помню, скромный, скромный. В Америке такие аэропорты в средних городах. То есть, ну, не центральный. Рабочие пошли на носильщики. Оплаченный. По-моему, здесь цена круизный корабль с этого самолета точно.
Они давали самолет. Круизная компания корабельная. Бабушки. И почему я решила? Очень мало было молодых в самолете, практически нет. Если бабушки, то это круиз. На круизных кораблях очень много пожилых людей. Старперы. Другими словами, путешествовать любят. И везде арабские лица. И там встречали арабские тетки, перемотанные стояли, следящие за выходящими из самолета. И дяди на тележках ездят арабские. Они еще в чалмах замотаны. Здесь водители автобусов в чалме. Ну, это здесь, где интернациональное место, да? В самой Англии там как-то поменьше. То есть не в самой Англии, но глубже. Маленькие города, в деревне там меньше, конечно. Ну, а в Лондоне, да. Так. Идем за багажом. Там, где за багаж, там будет агент с круизного корабля. О, Биг Бенд. Хани Биг Бенд. Он за лефт. А, видите, уже сменилось. Ой. Туда едут. 8 утра, в курточках все. Холодно. И мы когда летели, такое облаками затянутое небо. Хмурый Лондон. Народу. Мама. О, народу. Господи. Мне что делать напрямую? Ловим чемоданы. Ловим, а их не видно. О, maybe we have to have baggy, like this, honey. I don't think ours is unloaded, actually. Yes. Sure. Один поймали. Так, хорошо, еще красный должен быть. Yeah. I have to have ticket, right? To show them, no? Не знаю, надо показывать в канцелярии. Вообще в этих странах они верят, и там не надо ничего показывать. Арабы. Арабов масса. Вот эта тетя с нашего самолета. Голая. Холодно, голая. Все арабы, видите, работники идет. Я помню, в Лондоне вообще, то есть все транспортные дела, все водители, все арабы, все. Еще и в чалмах сказала, да. Сегодня у нас 1 октября, 23-й год. О. Yes, and this easy to and put maybe back, yeah. Стоим. Здесь киоск. Я. Что? Угу.
Okay. Так, лагерь. Ждем автобус довести нас до круизного корабля. Всех собрали, да, с нашего аэроплейна очень много людей. Практически, наверное, половина. Самолеты, я имею в виду. И агентши, эти арабские девочки. Раз-раз зарегистрировали. Наклеила на грудь пятачок бумажный. Сказала, ждите автобуса. Специального. Норвежские круизные линии. Ой, какой дурацкий у них акцент у лондонцев, у англичан ужасно. А? Тио means what? What does it say? You mean what? Манечка. Вот лондонец, видите, в чем у меня стоит встречающий. Он лондонец, девочки. А вы думали, из Багдада? Очень много в Лондоне арабов. Во Франции много тоже, но как-то в Лондоне, не знаю. Я что-то в Париже как-то... Ну, в Чалмах что-то я не помню. Там, хотя, наверное, от района зависит. Но в Лондоне полно. Только на остановку автобусную выйдешь, вот с аэропорта куда-то ехать. Каждый автобус в Чалме. Автобус в Чалму надел. Поняли, девочки? Ну, замуж за лондонца, да? Ну, они женятся на своих, конечно, это, слава богу, это делает им честь. Нас не забирают. Уехала одна партия на автобус. Это ж, наверное, ждать, наверное, надо, когда он вернется, автобус назад. Скорее всего, так. Наши поехали на корабль. Уже третий раз мы в четвертой партии. Наверное, первая, кто зарегистрировался. Или, может быть, заполняют корабль То есть сначала в нос корабля или наоборот в конец корабля, потом ближе, может так. Долго ждать. Вот это что-то такое не очень организовано хорошо. И там сесть негде, вот там, где мы стояли, то есть занято там немножко места. Я дошла сюда, чтобы посидеть. Черт, что это, сколько мы уже, наверное, около 2 часов ждем. Туда ехать 40 минут, сказал Хасбанд. Это вот третий автобус пошел. Автобус, наверное, у них один. Перевозят по чайной ложке. Хотя народу много пошло, да? Человек 40-50. Пошел. Норвегиан держит мальчик папку. Норвежские. Мы когда-то ездили, плавали уже на норвежских. Это было давно. Ой, это на 2008 год, примерно так. Да, 2009. И куда мы плавали? Мы плавали из Нового Орлеана, порт. И мы плавали. Куда мы плавали? Мексика, наверное. Вот эти страны. А, нет, не Мексика. Белиз. Вот эти маленькие потом. Аруба. Южной Америки, да? Ну, там ниже Кубы.
какая-то еще Мексика, наверное. Там круиз был что-то дней, наверное, может быть, дней 5. Небольшой. Сейчас у нас будет около 2 недель. На пол Европы, типа того. Вокруг Европы это имеется в виду с заходом в Медитеранное море. Средиземное море. Ну, там, где Италия, Греция, туда мы не плывем. А по северу. По северам и Испания, и Португалия. Какой-то городок в Португалии, не помню. Будут последними.